Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке мы посмотрим макет CAD, то есть это готовый макет, где нам очень легко будет просто заменить какие-то элементы на свои, чтобы поменять дизайн вот этим CAD-ом. Причем и тот ботинок, то есть он меняется. Это у нас один PSDF файл. Вы его сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Когда вы распакуете архив, у вас будет один файл здесь кеды. Кликаем по нему два раза левой кнопкой мыши, и он у нас откроется через Photoshop. Здесь мы нажимаем ОК. Здесь у нас выскакивает окно, говорящее о том, что у нас нету нужных шрифтов. Нам это без разницы, мы его закрываем. Далее раскрываем слои. И здесь, в принципе, все просто. Вы просто отключаете глазиком каждую папку. То есть в данном случае я отключил первый логотип. Тут либо заменяете на свое, либо его отключаете. Дальше здесь идет затемнение по краям. Нам нужно найти кеду. Вот она у нас, третий глазик. Это папка. Мы его раскрываем. И здесь у нас еще есть вложенные папки. И здесь мы отключаем, сразу проверяем, за что этот отвечает. Это у нас логотипчик на самом кеде. Чтобы заменить его, также раскрываем папку. Здесь есть файл смарт-объект. Я его оставляю, давайте двигаемся дальше. Так, здесь у нас нитки. Я хочу поменять цвет шнуркам. Вот у нас шнурки. Раскрываем папку. Здесь вот есть такой файл. Мы два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем. И здесь я выбираю наложение цвета. И выберу красный. Окей и окей. Обратите внимание, шнурки у нас окрасились в красный цвет. Прокручиваем чуть ниже. И находим вот такой вот файл. Видите, я отключаю, это рисунок. Два раза левой кнопкой мыши кликаем вот по этому смарт-объекту. Здесь мы нажимаем ОК. На этой вкладке мы можем отключить изображение, добавить свое изображение, или вы можете воспользоваться, здесь уже есть готовое изображение, просто включив глазик напротив, чтобы посмотреть, как это работает. Или вы можете загрузить любое свое изображение, и оно ляжет на кеду естественным образом. Так устроен макет. Мы просто здесь нажимаем файл сохранить и можем закрывать эту вкладку. И вы видите, как кеда окрасилась очень ровненько со всеми изгибами в наш рисунок. Далее я хочу заменить вот эту белую часть. Это у нас нижний вот этот слой. Два раза левой кнопкой мыши кликаю вот по этому объекту. Здесь аналогичная уже ситуация. Выбираю наложение цвета. И хочу взять вот такой ярко-зеленый. Окей и окей. И вы видите, что у нас происходит. Нам теперь осталось окрасить другой кроссовок. Это у нас ниже слой. Вот здесь есть смарт-объект. Два раза левой кнопкой мыши также мы кликаем. Окей. И здесь у нас есть еще ряд слоев. Вы можете заменить практически любой элемент. Здесь на свой любой цвет. Находим вот здесь вот смарт-объект. Также его открываем. И здесь можем включить картинку. Уже есть. Нажимаем сохранить или же загружаем картинку свою. Видим, что у нас тут все загрузилось. Здесь на этом слое также нажимаем сохранить. Закрываем. Видим, что кет у нас окрасился. И остается бэкграунд сзади. То есть мы смотрим, где у нас этот слой. Вот он у нас отключается, вы видите. Здесь мы загружаем свое изображение. Если хотим прозрачный фон, вот видите, все нижние папки отключил, и сзади у нас прозрачный фон. Итак, как нам сохранить с качеством? То есть понятно уже, как загружается здесь бэкграунд, да? Вы просто в эту папку помещаете какое-то свое изображение. Как сохранить с хорошим качеством? Вы выбираете файл, сохранить как. Далее вы вот здесь вот выбираете формат JPG, нажимаете сохранить, качество наилучшее 12, и нажимаете ОК. Если нужно сохранить для интернета, нужно изображение оптимизировать, чтобы оно не нагружало ваш сайт. Для этого выбирайте файл, экспортировать, сохранить для веб. И обязательно вот здесь размер очень большой, вы убавляете. Здесь JPEG, качество высокое. А качество можно выбрать очень высокое, с параметром 80. И нажимаем здесь сохранить. Вот и все, на этом урок закончен. Надеюсь, для вас он был интересен. Если это так, поддержите меня лайком и подпиской на канал. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse
или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.